Здравствуйте всем любознательным игрокам и просто случайным людям с Diamond RP. Сегодня я в очередной раз обсужу ваш дорогой проект, сервера, возможно, какие-то затрону, и вообще будет еще много всего. У меня тут нету вот этих вот, знаете, там, анимационных персонажей, которые там вот эти вот все GTA сам ютуберы сейчас снимают. Вот, у меня они были раньше, сейчас их нет, ну, сами понятно, там, это Малфой, Ангел Кассады, все прочие чуваки вот это вот там снимают персонажи, футаж один, зацикливают его, потом пускают какие-то вот эти вот все штуки. Я вообще, я полный антихайп, я вам так могу сказать. Когда все начинают это делать, я перестаю это делать. И не зря я перестал это делать вот тогда, потому что сейчас это был бы зашквар полный. А так у меня персонаж говорил еще задолго до всех вот этих вот чуваков. Ну вы сами понимаете, потом они у меня все это украли. Ну, доработали, не Ангел Кассада-то ему как бы вот, он-то не украл, он сам адаптировал, все сделал, он молодец. А все остальные сам пьют. Они, конечно же, все это украли, поэтому я буду подавать в суд по авторским правам, но сами понимаете, то есть это не шутки уже, украсть подачу видеороликов, это прям вот вообще это ужасно. Еще если они все картавить начнут, я просто, я не знаю, я в окно, наверное, выйду. Это шутка, если что, YouTube, а монетизацию там не снимайте, и так зарабатывают $3 в месяц, ну куда это в самом деле идет? Никуда, только в фонд борьбы с безработицей. Сегодня у нас новость от 9 апреля, там 18-20, ну и кому я все это рассказываю, неважно. Diamond Ролиплауи завершают марафон ютуберов на сервере Золотой. Достичь тысячного онлайна пока так и не получилось, но сегодня это может произойти. Как вы понимаете, 9 апреля в 18.28 все это не произошло до сих пор. То есть в первый день всего этого челленджа, как мы можем видеть из всей вот этой вот гистограммы, было 320 человек, потом резко 680, потом 400, потом 380 человек. То есть все пошло на спад, и я не знаю, пойдет ли все это, знаете, на пятый день это вообще могло пойти как-то вверх, типа, знаете, там 680, 400, 380, а потом так хопа, 1000, и все, и все довольны, все такие крутые, о, YouTube Coins, о, все крутое, все классное, экономика нисколько не убитая, с экономикой все замечательно, с экономикой все отлично, то есть это как-то так должно было произойти, по мнению руководства журнала моего самого любимого информационного источника LifeSump, это должно было все вот как-то так произойти, по их логике, по логике Ромы Злобина, я правильно понимаю? Нет, если я понимаю все это неправильно, то, разумеется, я извинюсь, вы только там подъедьте куда надо, адреса у всех сам ютуберов есть, а все могут подъехать, все могут спросить, разузнать, что ты там говорил, какой онлайн не поднимется, все поднимется, все у всех будет и так далее. Вот такого, если что, ну мало ли, вот не будет больше, ну, вообще никогда. Так вот, по поводу Diamond RP и всего этого онлайна, я вообще в душе не знал, что у них там за боты появились, мне говорили типа, о, Diamond RP это новый абсолют, это вот это вот все прочее, это так далее, это тому подобное. То есть я недавно узнал, что там добавили какие-то кристаллы, которые даются каждый payday, за там несколько кристаллов можно открыть какой-то контейнер, с него там что-то падает, можно все это продать. Я вообще охренел с того, что происходит. Я как-то все это пропустил, знаете, мимо себя, мимо ушей, может быть, даже потому что я не знал, как все это вообще объяснить, рассказать, показать. Я не знал. То есть я сидел такой, думал, типа, че, серьезно, кристаллы, Diamond RP, рубины, может быть, еще потом пойдут, сапфиры, я там не знаю, эмеральды. Вы что придумали это в самом деле, ё-моё? Или там не кристаллы все это называют? Да, там, в общем-то, была какая-то система, когда ты стоишь в АФК и каждый payday, без разницы, играешь ты, не играешь, в эскейпе ты, не в эскейпе тебе, каждый payday дается там сколько-то вот этих вот всех алмазов, рубинов, кристаллов и так далее. И ты за них можешь там вот получать вот эти вот все вещи. То есть ты по сути мог поставить рогбота на вот свой аккаунт и все. И каждый payday фармить эти эмеральды, кристаллы, алмазы и так далее, потом нафармить что-нибудь. Верты появляются из ниоткуда, они там, знаете, к товарам, которые есть на сервере, они не привязаны, как в общем-то и донат, который там может появляться. Вообще, с серваками в сампе очень странная хуйня, по типу того, что верты, как лично мне кажется, обесцениваются, тем более, когда ютуберам, допустим, их выдают просто так, либо когда там, я не знаю, чуваки донатят какие-то большие суммы, или там выигрывают в казино, или делают вот это вот все прочее. То есть, мне кажется, это полный пиздец, то есть валюта ни к чему не привязана, и она вот из-за этого вот так вот проседает, разумеется, и у самого вот этого, там, знаете, Тони Барреры, когда он руководствовался еще вот всем вот, руководил, вернее, всем вот этим вот Diamond Ролиплауи в GTA Самп, у него тоже были ошибки по типу GTA биткоина и всего прочего, но он не стал продолжать всю эту тему, почему-то, как лично я не понимаю почему, но, наверное, потому что не хотел вот какой-то подобной ситуации, когда там, типа, ты покупал GTA биткоин за 10 рублей, а потом он стоил 100 донатных рублей, это ни к чему не привязано, это ничего вообще с этого всего не идет, и чуваки сидели там, вот это вот все делали, по итогу все это отменили. Тут же чуваки не отменяют все эти рубины, кристаллы, алмазы до сих пор. Почему они этого не делают? Ну, наверное, объяснять не надо, потому что онлайн, который и так
так сейчас хлипкий, я зайду даже на сайт Diamond RP, потому что я так не подготовился, я просто сейчас так на сайт зайду, посмотрю, что там с онлайном у них. Сейчас в 7 часов дня в среду, у них даже сайт не грузится, а вот, все, загрузился сайт, 1600 человек. Это на самом деле мне очень страшно, потому что на всех серваках, кроме Руби и Голда, онлайн не достигает 2 сахатинец, сапфир еще и стрелянт. Но это типа в 7 часов дня в среду, типа все должны были уже прийти со школы и сделать уроки, а тут вот этого не получилось. Почему? Зачем? Откуда? Мне вот страшно посмотреть, а на сам ProLiPlay какой онлайн общий? То есть, может быть, они уже там как-то вот догнали друг друга, может быть, они там уже, я не знаю, соревнуются или вроде того, потому что мне кажется, что это какой-то полная жизнь происходит, но, как лично я понимаю, нет, им, конечно же, до Diamond RP еще не особо далеко, но постараться еще надо будет, так как у них играет 1200 игроков в данный момент, ну, 1187, но вы сравните сам ProLiPlay, который долго не вкладывался в рекламные кампании, в ютуберов, во все прочее, и Diamond ProLiPlay, у которого есть постоянные ютуберы уже там с года какого, 2000, не знаю какого, но там были проблемы с пиар-менеджером у Diamond RP, у сам ProLiPlay, насколько я могу знать, проблем с пиар-менеджерами никогда не было, может быть и были, но мы о них знаем очень мало, и что там вообще было, мы также абсолютно точно не подозреваем. Однако, тут все очень плохо у Diamond RP, и я не знаю, что будет дальше, я вообще даже предположить не могу. Если у вас какие-то предположения по всему этому поводу есть, по Diamond RP, по всем прочим вещам, по всем прочим проектам, то, разумеется, вы можете высказать все это в комментарии, за это никто не бьет, за это никто там, знаете, комментарии не удаляет. У меня живут абсолютно точно любые комментарии, даже где, там, я не знаю, вы можете как-то меня критиковать, только не сильно это делайте, потому что у Ютуба есть какие-то свои автоматические фильтры, когда пишут какой-то смешной комментарий по типу там «маму туда-сюда он там делал вот это вот все», тогда, в общем-то, он может и удалить, может заругаться, хотя я вообще ни одного комментария за всю свою жизнь не удалил, только когда я был маленьким, это раз, и когда там была какая-то хуйня то ли на арабском, то ли на турецком, то ли на еще каком-то языке, и там ссылка типа на сайт «Hot Sexy Tits Girls Boys and Two Girls One Cup», что-нибудь такое, то есть я, разумеется, все это удалял, и ссылка на весь этот сайт там еще была. Вот, однако, ладно, я играл на проекте Arizona ProLiPlay на сервере Phoenix, вы можете туда зайти, ввести мой никнейм Dante Connor, ввести мой промокод NoToxic54, а также сделать все прочие вещи, которые вы сможете, наверное, сделать или не сможете сделать, мне без разницы, мне вообще наплевать, мне вообще на все это все равно, если честно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, увидимся тут же завтра, и я надеюсь, что все это будет в 20:00, либо же немного попозже, либо же немного пораньше, что маловероятно. Всем спасибо за просмотр, и всем пока, и, наверное, до свидания.